Львовская 4, предшественник Горох. Этот участок у меня обозначен в роликах не один раз. То есть с этого это поле мы и сеяли. Вот так на сегодняшний день это поле выглядит. Достаточно хорошо. Здесь явно уже больше 60. Ну, все, конечно, будет зависеть уже от погоды, хотя погода и так сделала все, чтобы урожаи в этом году были высокие. Прохладно, влажно. Ну и плюс уборка будет, вегетационный период длиннее обычного. Теперь вопрос именно уборки, чтобы это все убрать. Что ждет впереди, пока непонятно. Потому что самый такой месяц — это июль, когда уборочный день самый длинный. Его просто можно не застать ни с озимой, ни с горохом, потому что все еще зеленый. Если озимая, может быть, чуть-чуть попадет, то горох может не попасть в этот месяц. Это яровая триза. Хорошо выглядит.